Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Особенность носителей этого имени – это их несгибаемая воля к жизни. Они мгновенно восстают из пепла и через короткое время уже готовы к дальнейшей борьбе. Это не случайно, ведь символ Меркурия – ртуть, тяжелый и одновременно подвижный жидкий металл. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Для людей с этим именем характерна постоянная деятельность, любознательность. Они очень смелые и непредсказуемые. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Вибрации имени характеризуют владельца как динамичную, склонную к авантюрам личность, полную фантазии и внутреннего беспокойства. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.